Три новых штамма гриппа активизируются в Дагестане этой осенью. Об этом сообщил главный санитарный врач Дагестана. Павлов заявил, что в эпидсезон будут распространены три новых штамма гриппа. И чтобы избежать осложнений, было предложено сформировать списки лиц, подлежащих вакцинации. Управление Роспотребнадзора предупредило, что для людей, которые не получили прививку от гриппа, его наложение на COVID-19 может вызвать тяжелое протекание болезни. Поэтому, по мнению руководителя надзорного ведомства, необходимо привить от гриппа до 60% населения республики и до 70% людей, входящих в группу риска.